Что самое страшное произошло у вас на работе? Работал прорабом на стройке. Видел на работе такое дерьмо, от которого многие здесь свернулись бы в клубок и заплакали. Самое страшное – авария с краном. Это был автомобильный кран грузоподъемностью 500 тонн, абсолютно новый. Мы устанавливали железобетонные панели для большого офисно-складского здания. Помощник крановщика полировал блестящий алюминиевый настил на кране, пока тот работал. Он думал, что стоит в безопасном месте, потому что не был в текущей зоне работы крана. Только вот установщикам понадобилась коробка с пластинами, которая находилась на противоположной стороне, поэтому кран повернулся в ту сторону. Бедолагу зажало между противовесами и платформой крана. Он не издал ни звука, а крановщик даже не понял, что произошло. Когда один из водителей грузовика заметил беднягу, было уже поздно. Я не буду описывать детали, но поверьте, это было чертовски жутко. Хуже, чем вы можете себе представить. Управление по охране труда возложило вину на погибшего. Парень ошибся, он не должен был там находиться. Даже крановая компания избежала ответственности, они правильно выполнили свою работу по обучению смазчика, и у них было документальное подтверждение. В пункте 101 правил эксплуатации подъемного крана указано, что во время работы крана нельзя находиться в радиусе поворота. Хуже всего, не считая, конечно, этого бедолаги, пришлось крановщику. Он винил себя, но это полная чушь. Погибший был взрослым человеком и осознавал риски своей работы. Я работал менеджером в крупной розничной сети. Однажды ночью нам позвонили из полиции Лос-Анджелеса, мы находились не в Лос-Анджелесе, а неподалеку, и спросили, нет ли у нас сотрудника по имени Джон. В тот вечер он работал на складе, и нам сказали, чтобы мы ни в коем случае не выпускали его в торговый зал. Оказалось, что его дядя, находясь под воздействием веществ, убил обоих родителей, сестру и угрожал, что приедет за Джоном. И все это из-за наследства в несколько тысяч долларов. Через несколько минут после звонка местные полицейские уже припарковались у здания. К счастью для нас, дядю поймали после того, как он врезался в автобусную остановку на пути к нашему магазину. Приехали детективы и сообщили новость Джону. Я никогда в жизни не слышал такого жуткого крика ужаса и страданий и надеюсь, что никогда больше не услышу. Менеджера держали его в штате, подделывая документы, чтобы сохранить за ним должность, пока он не был готов вернуться. Через 6 недель он пришел совсем другим человеком. Работаю в больнице, у нас произошла крупная утечка газа и пришлось эвакуировать оба отделения неотложной помощи и для взрослых, и для детей. Важна была каждая пара рук, даже если ты мог лишь толкать носилки, от тебя тоже ждали помощи. Наши отделения неотложной помощи могут вместить до 400 человек, к счастью, у нас было только 200. Мы эвакуировали людей в отсеки для машин скорой помощи, вестибюли, коридоры, куда только могли. Потребовалось почти 2 часа, чтобы перекрыть газ, и еще час, чтобы вернуть пациента в их палаты. Потом нам пришлось бегать по округе, собирая кислородные баллоны и прочее. К счастью, никто не пострадал, но осознание того, что место с кучей беззащитных людей может взорваться в любую минуту, ужасно действует на нервы. Я работала кассиром в алкомаркете, и, конечно, у нас были завсегдатаи, которые ждут за дверью еще до открытия в 9:00 утра. Они приходят каждый день по 2-3 раза и всегда покупают одно и то же, обычно 0,5 или литр самой дешевой водки. У них всегда есть точная сумма наличными до копейки. Им никогда не нужен чек. Утром у них трясутся руки, они едва могут говорить и выглядят так, будто вот-вот потеряют сознание. Когда они приходят второй или третий раз, они уже более расслаблены, но речь невнятная. Несколько раз такие клиенты мочились у кассы или падали, а потом едва могли встать. Это самое печальное, что я когда-либо видела. Страшно подумать, что они настолько зависимы от алкоголя, что не могут остановиться или принять помощь, чтобы попытаться выбраться из разрушительного образа жизни, который их убьет. На заметку, я спрашивала босса об этом уже через неделю работы. Нам нельзя отказывать клиентам за исключением тех, кто младше 21 года и тех, кто нарушает порядок в магазине. Мне было неприятно обслуживать этих людей, и я надеюсь, что они смогут обратиться за помощью. Мой приятель устроился на вторую работу в алкомаркет, сказал, что на самом деле работа оказалась довольно легкой. Но однажды вечером пришла заплаканная женщина. Она положила на кассу большую бутылку дешевой водки и начала слезно умолять его отговорить ее от покупки, иначе она снова сорвется. Ему это удалось, но после этого он немедленно уволился. Не знаю, где вы находитесь, но в моем штате Аляска продажа алкоголя человеку, находящемуся в состоянии опьянения, незаконна. Кроме того, продавца могут привлечь к уголовной ответственности, если этот человек впоследствии
и что-то натворит и будет арестован. Насколько я знаю, подобные меры применялись только в вопиющих случаях, например, при ДТП со смертельным исходом, но в законе это прописано. Очень рад, что больше не занимаюсь продажей алкоголя. Я работал в очень оживленном баре, когда помощник менеджера выбежал из своего кабинета и сказал мне вызвать охрану. Я сразу же это сделал, но пока звонил, успел мельком посмотреть, что происходит в кабинете, очень маленьком, с окном, в которое можно было сходу заглянуть, и увидел, как наш тогдашний шеф-повар со остервенением дубасит генерального менеджера. Менеджер сидел, закрыв голову руками, а шеф месил его как тесто. Я никогда не видел, чтобы чьи-то руки двигались так быстро. Не могу представить, сколько ударов бедняга получил. Еще несколько ребят из кухни пытались открыть дверь, но на ней был кодовый замок, так что они просто ломились в дверь, умоляя шеф-повара остановиться. Помощник менеджера побежал обратно, чтобы открыть дверь и дать возможность ребятам оттащить повара. Тот долго сопротивлялся, и потребовалось много усилий, чтобы его оттащить. Прибыла охрана. Боксера арестовали и предъявили обвинение. Конечно же, на работу он не вернулся. Случившееся, наверное, могло произойти с кем угодно и когда угодно. Дело в том, что шеф-повар поспорил по поводу графика с помощником менеджера, и в их конфликт вмешался генеральный менеджер. Тогда-то повару и сорвало крышняк. Он даже швырнул офисный монитор, разбив его вдребезги. Менеджеру на голову наложили швы. Эта ситуация длилась всего несколько минут, но учитывая, что все произошло в таком оживленном месте средь бела дня, это было настоящее безумие. Работал охранником на причале к югу от Бостона. Однажды заметил грузовик, который ездил очень странным образом и выглядел крайне подозрительно. Заезжал в укромные места, где по логике никого не должно парковаться, а двое людей, сидевших в машине, следили за мной, как ищейки, и так далее. И тут грузовик начинает выруливать со стоянки, будто собираясь уезжать. Я вздыхаю с облегчением. Но тут же вижу, как он разворачивается на 180 градусов и направляется прямиком в мою охранную машину. Я кладу ногу на педаль газа, готовясь уклоняться. Грузовик сбрасывает скорость и поворачивается параллельно мне. Пассажирская дверь открывается, из салона выпрыгивает человек в капюшоне с пистолетом в руке. Я мгновенно жму на газ и со скоростью 100 км в час несусь к другому охранному посту, хоть в этой зоне ограничение скорости было около 60. По рации воплю диспетчеру, чтобы он вызвал копов, что меня чуть не подстрелили и так далее. Вместе с коллегами я добираюсь до другого пункта охраны и начинаю рассказывать им о случившемся. Пока я описываю грузовик, кто-то указывает мне за спину и спрашивает: «Как тот, который сейчас к нам подъезжает?» Я подумал: «Да ладно, не может быть, чтобы они меня догнали, я мчал как бешеный!» Грузовик подъезжает ближе, я вижу, что на пассажирском сиденье сидит пьяный в стельку коллега и хохочет до упаду. Он каким-то образом уговорил своего друга подъехать на его грузовике и устроить весь этот цирк. Пистолет оказался пневматическим, который мой коллега недавно купил, чтобы шмалять по голубям, постоянно залетающим к нему во двор. Я отчитал его и сказал, что ему повезло, что я его просто не сбил и не сообщил в полицию, сказав, что это была самооборона. Шутника не уволили, так как я не стал на него доносить, был молод и боялся показаться стукачом. Оставил все как есть, на следующий день он очень извинялся. Кроме того, оказалось, что той же ночью ему выбили передний зуб, и я почувствовал, что справедливость восторжествовала. Другой коллега как-то раз подвозил меня до дома. По дороге его подрезали, и он вступил в словесную перепалку с тем водятлом. В итоге этот умник перегородил нам проезд, вышел из машины, подошел к нам и достал настоящий пистолет из-за пояса. Коллега ударил по газам, петляя по улице, чтобы убедиться, что за ним нет хвоста. И это, друзья мои, был первый раз, когда я пришел домой и сразу же с порога выпил виски прямо из бутылки. Торнадо в час ночи, когда у нас в палатке было около 500 пьяных людей, которых пришлось эвакуировать в безопасное место. Я занимаюсь организацией мероприятий. На моей старой работе произошло много ужасных историй, и все они смешались воедино. В общем, я бывший охранник медучреждения. В районе, где я работал, было много проблем с бездомными людьми с зависимостью и психическими расстройствами. Привыкаешь ко многим странным вещам, но однажды меня попросили вывести из комнаты ожидания человека, который целый час сидел в туалете. Я открываю дверь и вижу его с иглой. И нет, это было не то, о чем вы подумали. Опустим подробности, скажу лишь, что его поведение было крайне странным. Все это время он говорил по-французски, так что я не понял ни слова. Медсестры потребовали вывести его. Мы пытаемся, и первое, что он делает, бросается на нас и пытается атаковать окровавленной иглой. Медсестры и врачи помогают нам лишь криками о том, что этот парень ВИЧ-инфицирован. А это значит, что если он хоть раз меня уколет, я буду заражен. Знаю, что многие охранники спросят, почему я не ударил его дубинкой или электрошокером. Там, где я работал, такого не было. На самом деле, у нас вообще не бывает оружия. Технически, я даже не имею права ударить или пнуть этого парня, потому что безопасность под
пациента приоритет номер один. Поэтому нам нужно было найти хоть что-то, что могло защитить от иглы. Один из моих коллег схватил планшет для бумаги и оборонялся им как щитом, пока мы не повалили нападавшего на пол. Затем мы тут же вызвали копов. Я очень рад, что никто не косичнул. В то время я получал всего $12 в час. Начальство периодически утверждало, что отсутствие оружия оправдывает более низкую зарплату, несмотря на то, что нам ежедневно приходилось сталкиваться с физическими угрозами. Черт возьми, сейчас я получаю $12 в час, делая сэндвичи. Раньше я работала в магазине электроники, и по четвергам мы были открыты допоздна. Покупателей в этот день приходило немного, поэтому на смене примерно с 5 вечера и до закрытия в 9 оставался всего один человек. Магазин находился в хорошем районе, где жили зажиточные представители среднего класса. Обычно единственным сотрудником вечерней смены была я, так как жила неподалеку. Однажды вечером в магазин зашел возмущенный парень, который был в ярости из-за того, что купленный им товар работает не так, как он ожидал. Товар не был бракованным, просто при покупке он толком не разобрался в функциях и думал, что это совсем другая вещь. В этом случае мы не можем вернуть деньги. Я все ему объяснил, а он только сильнее разгорячился и в конце концов перешел к угрозам. Я сказала, что если он будет так себе вести, я вызову полицию. Разъяренный, он схватил меня за воротник, притянул к себе через прилавок и зашипел: «Тогда вызывай быстрее». Должна отметить, что парень был ростом около 180 сантиметров, а я 160 сантиметров и весом всего 55 килограмм. Мне тогда было всего 19. Это было самое страшное, что когда-либо со мной происходило. Я нажала на кнопку тревоги под прилавком. До полицейского участка меньше минуты, и я надеялась, что полиция прибудет достаточно быстро. В этот момент парень отпускает меня и пихает в стену за прилавком, затем обходит прилавок, прижимает меня к стене, начинает трясти и орать прямо в лицо. И тут приезжают копы. Остаток вечера я провожу, давая показания, серьезных травм не было, но было много синяков. При оформлении крупных покупок мы брали паспортные данные для гарантии. После того, как я объяснила менеджеру, что произошло, она вытащила паспорт этого мудила из системы, чтобы персонал мог узнать его в лицо и вызвать охрану, если он когда-нибудь вернется. Дом, указанный в его паспорте, находился прямо через дорогу от моего. Я прожила в этом доме еще год и ни разу не выходила оттуда без страха встретить этого идиота. Надо ли говорить, что больше я там не работаю? Я работала в пиццерии в очень плохом районе. Как-то раз один парень весь день звонил и жаловался, что соус для его пиццы слишком острый. Мы переделывали и доставляли эту пиццу 3 раза, но он все равно оставался недоволен. Наконец приближалось закрытие, и в последний раз, когда тот чувак позвонил, менеджер сказал, что больше ничем ему помочь не сможет и не будет посылать еще одного курьера. Если он хочет, может сам приехать в пиццерию, и мы вернем ему деньги. Итак, почти закрытие. Я уже закончила смену и собиралась уходить, когда приперся этот парень со своей пиццей. Он был явно под веществами и абсолютно невменяемый. Мы оформляем возврат и говорим, что он может оставить пиццу себе. Но он настаивает, чтобы мы ее попробовали, открывает коробку и постоянно твердит: «Нет, вы должны попробовать эту пиццу, острющая! Вы что, чили туда кладете? Попробуйте мою пиццу, вы должны попробовать мою пиццу!» При этом он постоянно тыкал пальцем в пиццу, размазывая соус по рукам. Для справки, этот соус вообще не острый. Если уж на то пошло, он отвратительно сладкий. Никто из нас не хотел пробовать эту засохшую пиццу, в которую чувак тыкал своим грязным пальцем, поэтому мы вежливо отказались. Вскоре наша вежливость перешла в прямоту. Потом мы попросили его уйти. Он забрал свою пиццу и молча смылся, а между нами повисло неловкое молчание. Когда парень отъехал, я решила нарушить молчание. Поворачиваясь к своему коллеге, в которого я немного влюблена, и говорю: «Эй, хочешь попробовать мою пиццу?» И мы оба начали хихикать. Этот парень увидел через окно, как мы хихикаем, вернулся на свое парковочное место и с криком: «Вы думаете, это смешно, мать вашу?» ворвался в заведение. Затем забрался на прилавок, злобно уставился на коллегу, к которому я подкатывала, и заорал: «Хули ты смеешься надо мной, сопляк? Пойдем выйдем, тварь! Ты у меня попляшешь!» Мы запаниковали и попытались уговорить его уйти, угрожая вызвать полицию. Наконец он уходит, продолжая материться, а менеджер бежит и запирает дверь. «Ну, теперь-то мы в безопасности, да? Чёрта с два!» Этот псих начинает кружить вокруг здания на своем грузовике, ожидая, когда кто-нибудь поедет на доставку. Когда он понимает, что мы не такие уж и тупые, то опускает стекло и направляет пистолет на меня и моего коллегу. Мы все падаем на пол, официантка рыдает, а менеджер судорожно набирает 911. Психопат уехал до приезда полиции, но это еще не все. На следующий день он неоднократно звонил и кричал, что убьет нас и все
все такое. Конечно же, у нас остался его адрес после доставок. Его довольно быстро арестовали. Вот так из-за меня чуть не арестовали несколько человек. Всего-то предложила коллеге отлизать мне. Спасибо, что посмотрели этот ролик до конца. А у вас случались подобные истории? Надеюсь, что нет, но если вдруг случались, пишите в комментариях. Также смотрите наши предыдущие видео, которые вы увидите вот здесь. Удачи, хорошей вам работы и до встречи.